Aurki, 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 ах ты ля какая, чикса, ляща, ща подойду, ща как раз познакомлю. Аурики, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здорово всем, кто до сих пор меня не знает, тот куч-куч-бек блохастый. Эдуардо Перетьян. В общем, у нас в этой серии очень много всяких планов, в первую очередь. Нормально, шикарно, нормально. В первую очередь, в этой серии нам нужно с вами... Здорово, шашлык ходячий. Я как раз таки хрю, верни назад человека. Да, я прям сейчас хотел объяснять, да, смотри. У нас есть шкура продажная. У нас есть яйцо динозавра. У нас есть волос тушканчика. У нас есть мозг хейтера. Пупок... Пупок Годзиллы и слеза девственницы. Вот. Мне нужно вот эти все ингредиенты, чтобы превратить обратно Едисона. Точнее, обрать свинью в Едисона. Хрю превращай. Да, сейчас, подожди. Сейчас я на пляже здесь любую. Смоля какая чикса, смотри. Аурики, аурики. Да хватит меня пинать. Иди сюда. Подошел. Он меня пинать будет, а. Хрю, ты на батю орать будешь? Иди сюда, шашлык на ножках. Ты куда убежал? Иди сюда. Сейчас мы тебя зажарим. Ты для меня орать будешь, дрик колотить. Сейчас тебе морковку в сраку засуну, замариную тебя, а? Сейчас пойдем. Мне немножко ингредиентов не хватает, чтобы тебя превратить. Там лучок, петрушка, укропчик, чесночок, маринованные огурцы, картошечка, куриные ножки, куриная печень, помидорки, редиска, свекла. Да подожди, мне в магаз нужно сгонять. Тут как раз таки недавно сказали, то, что Пятерочка у нас в городе открылась. Пятерочка. Поэтому ты сиди здесь, я быстренько сгоняю в Пятерочку, закуплюсь нужными продуктами, я вернусь и превращу тебя. Ну извини, как бы у меня нет нужных продуктов. Все, я потопал в Пятерочку, ты там сиди. Стёпа! Стёпа! Нет Степана. Пропал куда-то Степан. Ладно. Опа, да вот ты где! Да, здорово, Стёпа, гуляешь, травку кукушаешь, да? Ну все, давай потопали в Пятерочку. Я вот честно не понимаю, чем занимается мэр этого города. У нас здесь пожары. Уже не знаю, уже год этот дом горит, он до сих пор его не потушил. Я вот слышал то, что в соседнем городе там недавно мэра свергли, да, вот, там революция была, да, все, мэр уже больше не мэр. Мне кажется, что в этом городе тоже нужно революцию устроить. Ладно, потопали в Пятерочку, Степа, сейчас налево, поворотник, включай и гуго. Ага, сейчас прибежим в Пятерочку. Все. Все, да, Степа, охраняй здесь территорию, я сейчас закуплюсь быстренько Пятерочкой и приду. Ага, открылась, значит, недавно, да? Хорошая Пятерочка, только... Что, она закрыта, что ли? Алло! Я что, через пол города к вам добирался, чтобы закрытую Пятерочку за... Алло, есть там кто-то, дрыг колотей? Алло! Опа. Мужик, открой дверь, мужик. О, мужик, открой дверь. Я сейчас сам зайду. Володя. В смысле я кто? В Пятерочку пришел. Открой дверь. Я сейчас сам войду. Здорово, дрик колотить. Здорово, мужик. Охранник здесь или? Я в Пятерочку. Реклама какого-то... Слушай, я слышал об этом ресторане Итальяно Перетьяно. Реклама, значит, рекламируйте, да, рестораны. Короче, в Пятерочку! Здорово, дрик колотить! Сколько лет, сколько зим прошло? Да здоров, бабулька, здоров! Я привез закупиться, короче, сюда пришел. Мне нужно творожок, доширак, молочко, если у вас есть, пару там морковок, пару... Вы за мной ходить будете по писяке? Где у вас здесь мелок, я кофирша? Люба! Ха! Бабка Люба и Володя, да? Хорошо, спасибо большое. Хорошего здесь магазин, что брать будешь? Да я говорю сейчас, творожок возьму. Где творожок у вас, бабулька? Мужики, сигарета есть?
сумасшедший. Морковка только есть. Ну, в смысле, я за правильное питание, здоровый образ жизни. Я только морковки курю. Да нет у меня сигареты. Морква у меня только. Мужик, подскажу, где творог у вас здесь? Опа, творог. Творожок. Возьмем, да, сразу три творожка, простокваша. Дальше. Где дошик у вас здесь? Мужик! Бабуль, где дошик? Мужик! Да и говорит, колотить, я сейчас в дурдом какой-то попал, а? Скажи, где дошик у тебя здесь, а, в магазине? Вот тут. Где? Где? Это картошка. Здесь хлебушек, один хлебушек нужно взять назад. О, спасибо, спасибо, мужик. Раз, два, три. Уже сразу пять дошиков. На день вперед. Да, я пять дошиков в день хомячу. Что еще подсказать, милок? А, бабулька, что мне еще нужно? Мне для зелья превращения нужно. Для зелья превращения мне там Едисона этого нужно превратить обратно в человека. Так, дошик есть, творожок есть, хлебушек есть. Я сейчас этому мужику глаз выбью, бабулька. Скажу, да что за мной подглядываешь, а? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, мужик. Да подошел ты, стой, 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 иди, стой, иди сюда. Стой! Да я ж тебя вижу, ты чё от меня убегаешь, а я возле тебя стою! Иди сюда! Ты чё за мной подглядываешь, ты колоти? Ничего не понятно. Так, что у вас? Багеты, картоши... Ага, хорошо. Здесь не... Ага. Хорошо, хорошо, ага. Значит, кассирша, да, кассирша, а ты кто? А ты кто? А Володя кто? Люба кассирша, а Володя у нас кто? Охранник Володя. Ага, ага. Ну хорошо, да пойдемте тогда на кассу. Я пока что только творожок и доширак возьму и хлебушек. Единственная открытая касса, да? Вот это. Вот это! Вот это! Да закрыто, не видишь, тележка здесь стоит. Так, бабулька, посчитайте, один хлеб, три творожка и пять дошираков. Посчитайте, пожалуйста, сколько это стоит. У меня при себе сколько вообще бабок есть? У меня 1300. Бесплатно, милок, акция. Это в смысле, только открыть. Их, вот это самое, вот это я понимаю, вот это я понимаю услуги. Бесплатная еда в магазине. Хороший магаз, простокваша. Фу, это пятерочка. Так что, спасибо большое. Спасибо. Ага, ага. А, конечно. Спасибо большое, спасибо. Ага. Люба берет. Там кто-то за холодосом был. Там кто-то был за холодосом, и там кетчуп разлитый был. То ли кетчуп, то ли кровь, я не знаю. Бери морковь. Что они там делают, бабисяки эти? Этот мужик вообще странный. Ля! Воруют... Воруй ты кукурузу возьми, картошку, хлеб еще возьми. То есть, кассирша, охранник. Смотри, ломают там блоки. Ну смотри, что делают. Да какая к чертовой бабушке-то кассирша, да какой это охранник, а? Вы что там, вы кого обмануть хотите, дрить колотить? Если кто-то не знает, кто я на самом деле, Эдуардо Перетьяно, проще икнуть 10 раз подряд, чем обмануть меня, ну конечно. Здорово! Я забыл перчик! Перчик сушеный! Бабулька, кассирша, принесите мне перчик, пожалуйста. Вот перчик. Ага, спасибо, какие вы умницы. А принесите еще дошик. Только давайте вместе пойдете и принесите дошик. Опа, камера. Да, ага. Спасибо, это тоже бесплатно, да, бабулька? Это все бесплатно. Двадцать один дошек. Спасибо, бабулька. Все, я потопал. Спасибо большое. Спасибо, бабулька. А у вас в печенке ящик застрял с морепродуктами. Это нормально? Это нормально, бабулька? Наверное, не сварение желудка, да? Все понятно. Все, давайте тогда работайте дальше. Все, пока. Всем пока. Ага. Камера. А, вот, смотри, ай, вы что думаете, то что я старпёр, камеры, у меня камеры, век технологий как-никак. Ты смотри, охранник, Володя, что-то там ломает, ничего не охраняет,
бабулька там ходит, помогает ему что-то там ломать. Ага. Слушай, одним словом, жопа и Сранск. Название города. Преступность на каждом шагу. Ага. Ля-ля-ля, ага. А что они там делают? Смотри, ломают блоки, ломают блоки, ломают блоки. И потом относят сюда за этот угол. Что у них тут? Ешкина, кочерышкина! Это... А, все с вами понятно, все с вами понятно. Да воры это обычные. Алкаши просто. Что бабулька это Люба, что охранник этот Володя. А там за холодосом трупак какой-то валяется. Ага, ладно. Руки вверх, что не спустить! Здорово! Здорово! Морковку забыл, моя кончается. Забыл морковку? Морковку, да, сигару новую. Ты, наверное, проголодался, вот бутерброды приготовил. Ух ты, ёпта. Еще и бутерброды. Слушайте, какой хороший магазин, какой хороший магазин. Все бесплатно дают, слушайте. О, отдел алкоголя. Угу. Вот это я люблю, ага. Ну, я шучу, не, не. А, да, да, ага, вот это я возьму себе, и вот это я себе возьму. Алло, бабуль, отдай! Отдай бухлишко, отдай винишко. Рано тебе. Бабуль, да я старше, чем ты выгляжу, лет 60. Хорошо, хорошо. Ой, что же у вас там в холодильнике? Так, есть, что у вас здесь в холодильнике? Там рыба. Рыба там. Мужик, мужик, похлопай по спине, мужик, похлопай. Умираю, мужик. Иди сюда, мужик, иди сюда. Подойди, мужик, мужик, подойди. Все, 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 спасибо, все, я выжил. Ага. Все с вами понятно. Значит, кассирша Люба и охранник. Охранник как-то Володя, да? Ага, ага, да, ага, да. Ну все, хорошо, спасибо большое за сотрудничество, за сотрудничество. А можно я еще килограмма апельсинок возьму, можно? Можно? Спасибо, ага. И килограмм бананчиков, можно? Можно? Ага, ага, спасибо, да. Ну все, я тогда не буду, я не буду наглым, не буду вас все просить, ага. И всего лишь еще килограмм рыбки, я пойду, хорошо? Ага, ага, спасибо. Там креветки. А, ну тогда еще креветки. Хорошо, тогда креветки возьму и сосиски. Дома сосисок нет, а собаку нужно кормить. И собаки дома нет. У кого-то же я покормлю. Так, ну все, я больше наглым не буду. Я тогда пойду, больше вас ничего просить не буду. Бесплатно, понимаю. Всего лишь пирог еще возьму. Ага, да я пошел. Все, бабульки, спасибо вам большое. И багет, ага, а то я люблю там. И икорку намазюкать, знаете, там с маслицем. Да все, я пошел. Ага, ага, и тележку возьму на всякий случай. Не знаю, зачем, но возьму. Ага, все, спасибо большое, спасибо. Все, удачи вам, удачи, Володя, удачи, Люба. Ага, все, я не потревожу. Ага, ага, на... Да я понял! Ты сейчас реально будешь мне в комменты писать: Эдуардо Перециано, это же воры, это же воры! Ты что, меня за дебила держишь? Да я получше детектив, чем Шерлок Холмс, хуёмс буду. Это старпёры. Посмотри, что они делают. Что один старпёр, что другая старпёрша. Даже они же ничего не шарят, а? Один алкаш, другая там, я не знаю, вечно орёт там: Володя, Володя! А другой там: Люба, Люба! Если бы я их сразу раскусил, сразу бы их посадил в тюрягу, они бы мне не дали 21 дошек, 3 творожка, 2 килограмма апельсинов, 1 килограмм бананов, 4 бутерброда, вяленые перчики. Ничего. У меня есть план. Они же там себе наворовали просто килограммы продуктов. Я не буду сейчас их садить в тюрьму. Я просто прослежу до их дома, куда они это все будут относить. Вычислю, где они живут, а там все конфискую. Имущество конфискую, ордер у меня будет. Да, давайте еще топайте в магаз. Молодцы. Где они? Свиньи какие-то. Люба, валим. Валим.
Алло! Вин Дизель из Форсажа! Вы куда поехали на своем Феррари и Порше? Алло! Извините, охранник Володя и бабка Люба, вы далеко ли вы собрались? Вы пятерочку забыли закрыть. Вали, Вова! Давайте! 260 скорость по трассе, давайте, поехали! Я вас совсем не вижу, я вас даже догнать не могу. Вы такие быстрые, форсаж просто. Ох, дрифт, разворот, ага. Валим! Дебилы, ёханы, как их вообще земля носит? Да я просто сейчас прослежу за вами и узнаю, где вы живете. Хорошо, давайте, текайте с города, текайте. Ау реки. Барабам-бам-барабам-бам-бам-бам. Вот я и вычислил, где вы живете, по писяке. Ляк, Володя и Люба, это гроза просто всего же посранска. Значит, в этом доме вы живете, да? Наворовали там, наверное, еды на тысяч так 100, даже если не больше. Да и мне так на самом деле нормально дали 21 дошек, но я-то не жадный. Но еду я им оставить не могу, поэтому должен у них все забрать. А потом уже пойдем и превратим Эдисона, то есть... Алло, суицидник, не с крыши, не прыгай! И превратим свинюху обратно в Эдисона, да. Еще одно преступление, ну, почти раскрыто, в следующей серии оно будет раскрыто. Ладно, на этом мы пока что будем заканчивать. Я остановлюсь прям вот здесь, вот в траве этой, вот здесь, да. И в следующей серии продолжим прямо с этого места. Зайдем в дом. Я раскушу этого Володю и Любу, кем они являются на самом деле, воришки счет. Я проклятые старперские, заберу, конфискую все имущество, продам и пойду превращу из свинки обратно в Эдисона, да, вот все. Ты смотрел самого великого сыщика, детектива на этой планете, Эдуардо Перец-Яно. Дай мне знать в комментах, если хочешь видеть новую серию, да. Вот, спасибо всем за просмотр, всем удачи, не пукайте, не чихайте, не рыгайте, а то у меня камеры как бы везде, и это все записывается. И потом не удивляйся, что я про тебя все знаю. Поэтому веди себя культурно, прилично и подобающе. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем. Вот это самое. До свидос, да. Аурики, аурики. Аурики, аурики, аурики. Гуляют девки, гуляют.